Дамы за рулем. На несколько часов парковка одного из ивановских торговых центров превратилась в настоящий автодром. За титул королевы дорог в этом году поборолись 9 представительниц прекрасного пола. В конкурсной программе две части – практика и теория. На первом этапе участницы демонстрировали навыки скоростного маневрирования. Задача – за минимальное время проехать всю площадку, не задев ни одного конуса. В теоретической части 20 вопросов по правилам дорожного движения, истории и устройстве автомобилей. Ну, наши участницы очень подготовлены. Если они ездят здесь и практически совершают мало ошибок, да, даже новички, вот сегодня у нас 3 участницы, да, из них вот одна совершила всего лишь 2 ошибки. То есть это говорит о том, что девушки готовятся, тренируются, и они в этом настойчивы. Для многих этот конкурс уже традиция. Чтобы доказать, что цвет волос никак не влияет на водительские навыки, Жанна приехала из Владимира. Автомобилем она действительно управляет превосходно. Я постоянно посещаю соревнования, вот от чемпионат по автомногоборью, постоянно езжу. Вот ребенка родила 1 месяц, и я уже здесь. Еще одна участница, Наталья, за рулем уже 13 лет. В прошлом году в конкурсе «Королева дорог» заняла 1-е место. На водительском сидении чувствует себя уверенно, несмотря на то, что ездит на чужой машине. Личный автомобиль для конкурса не годится. С этого года изменили регламент и как бы расстановку на площадке. Раньше мы ездили не по конусам, а по палкам. Было высоко и очень удобно, все видно. Сейчас уже усложнили саму программу, и мы ездим по конусам. Своим результатом автоледи в этом году не очень довольна. Потренироваться не успела, поэтому и упражнения выполняла медленно. Зато теоретические вопросы показались легкими. В итоге 4-е место. Следующий конкурс будет слалом скоростной, то есть как бы движение все будет вперед без заднего хода, вот, на скорость и что-то типа змейки, круговое вождение. Слалом в конкурсную программу не вошел, это скорее показательное выступление на ловкость и четкость выполнения маневров. Глядя на то, как эти девушки непринужденно объезжают конусы и вписываются в крутые повороты, можно уверенно сказать, что они настоящие королевы дорог. Максим Серебряков, Антон Осипов, РТВ Иваново.